В данном видео вы услышите следующее. В отношении Саакашвили могут завести новое уголовное дело. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну и что, приступим. Призывы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к свержению грузинского правительства, сделанные в суде, изучат правоохранители и дадут оценку, нужно ли освобождать уголовное дело. Об этом сообщил журналистам прокурор. Он ведет дело о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года в Тбилиси. Очередное заседание суда прошло 28 марта. Саакашвили заявил: «Если мы не свергнем нынешнее правительство, это поколение навсегда останется позорным в истории Украины». Он критикует власти Грузии за отказ поддержки санкций. Обвиняемого, вместо того, чтобы выслушать свидетелей, бывший высокопоставленный чиновник силовиков, которые непосредственно участвовали в разгоне митингующих, ограничился лишь политическими заявлениями и покинул процесс. Прокурор заявил, что сторона обвинения докажет в суде вину экс-президента и его причастность к преступлениям по делу о митинге 7 ноября.